Ханчжоуская компания оборудования для цветной порошковой окраски сегодня является самой быстрорастущей компанией в отрасли в Китае и уже завоевала звание марки номер один оборудования для порошковой окраски благодаря высокому качеству продукции, эффективным производственным решениям и поддержке клиентов со всего мира. Сегодня компания Color располагает более чем 5000 квадратных метров производственных площадей и способна поставлять новейшее и лучшее оборудование для заводов в отрасли порошковой окраски. Также в компании сегодня налажены самые удобные пути доставки и сообщения для глобальной сети клиентов по всему миру. Продукция компании Коло сегодня экспортируется более чем в 100 стран мира, такие как США, Мексика, Россия, Польша, Великобритания, Германия, Австралия и многие другие. За моей спиной вы можете видеть фотографии с различных выставок и встреч с клиентами из разных стран, из Вьетнама, из Перу, из Аргентины и других стран. На этой фотографии вы можете видеть российского клиента, который заказывает 3 контейнера в месяц на данном предприятии. Сейчас мы посетим зал образцов продукции, чтобы ознакомиться с главными продуктами компании Коло. Главная продукция компании Коло первая – это электростатическая покрасочная установка. Вы можете видеть здесь несколько модификаций. Здесь вы можете наблюдать покрасочную камеру для порошковой окраски. Также еще в основные продукты входит печь полимеризации и система подачи порошка и другие решения, но мы здесь их не можем увидеть, так как они слишком громоздкие и большие. Мы поговорим об этом на следующем этаже. Еще хотелось бы сказать, что несмотря на то, что компания обладает стандартным ассортиментом продукции, большинство изделий делаются на заказ по требованиям клиентов. Здесь находится технический отдел компании. Давайте пройдем, посмотрим, как он работает. Здесь специалисты с богатым опытом в различных областях. Электронщики, инженеры-механики, инженеры-электрики. Все упорно трудятся над повышением качества продукции Коло. Здесь вы можете наблюдать сертификаты компании. Была компания аттестована по системе менеджмента качества ISO. Сертификат от SGS, Made in China. Сертификат Alibaba прошло проверку и другие сертификаты. Сейчас мы находимся в отделе международных продаж. Здесь происходит встреча, на которой обсуждаются все детали и сроки подготовки заказов, сроки отправок и будущие сделки с клиентами из разных стран. Здесь в техническом отделе инженеры в соответствии с размерными и эксплуатационными требованиями клиентов проектируют конструкцию и делают чертеж будущего оборудования. Здесь находится обрабатывающий центр с ЧПУ, на котором происходит предварительная обработка сырья для его последующего формования на дыропробивном прессе с ЧПУ. Здесь вы можете наблюдать гибочный станок, на котором производится гибка формовочной пластины. Как вы видите, здесь происходит спайка формовочной пластины при помощи высокой температуры, нагрева или высокого давления. Здесь происходит полировка изделий, убирают заусенцы, ржавчину, жирные отходы при помощи абразивной бумаги, камня или мелкой каменной муки. Здесь происходит порошковая окраска изделия. Краска наносится на формовочную пластину, затем пластина поступает в печь полимеризации, где проходит утверждение краски, и после охлаждения забирают уже готовые детали.
Здесь находится печь полимеризации, в которую поступают детали после окраски для утверждения. А здесь вы можете видеть уже готовые детали после прохождения печи. В данном помещении находятся станки с ЧПУ для производства мелких деталей и запасных частей для электростатических покрасочных установок и другого оборудования. Как видите, здесь происходит сборка готовых деталей для создания электростатической покрасочной установки. Здесь проводится тестирование готовой продукции перед тем, как она покинет стены завода. На данном этапе проводится упаковка готового оборудования или в деревянные ящики, или в картонные коробки. Здравствуйте, я зовут Ли Сянъян. Я в компании уже 6 лет. 我负责喷涂机的装配，我们会保质保量地完成客人的订单，谢谢。